Интересно, как будет звучать это через микрофон. Я не знаю, кто из них громче. Но именно, ну прям закладывает уши. И очень долго звучит, конечно. Да, раньше проверяли так, топоры, косы, всякие изделия. Типа однородный металл, нету трещин, там изъянов. Ой, прям этот, прям в уши залазит. Очень тонкий такой звук. Кому-то нравится это, я считаю, что это фигня на самом деле. Ну, что можно сказать? Вот так вот изготавливаются топоры Леонард Мюллер. Начиная от заготовки, то есть из одного куска стали. Вот процесс изготовления показан. Такие замечательные топоры из одного куска стали вы практически не найдете на рынке, на российском, топоров из одного куска стали. Все делают по другой технологии, то есть не вырубается такая проушина под топорище. То есть там специально стоит станок, который вырубает вот такую проушину, потом уже идет ковка. Все, сыпется в околение. Вот. Потом идет ковка и уже оттягивается с помощью молота пневматического, проковывается. Получаются такие замечательные топоры. Ой, 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 ой. Может, надо еще может как-то поставить меч, чтобы они там резонанс был у них, как у камертона не получится. Не войдут они в резонанс, интересно. Вечерний звон. Вот что получается из этого процесса. Вот такие вот замечательные топоры. Здесь уже финишная обработка, конечно. Байбер Классик. Так вот, маленький топорик, который можно возить, там, не знаю, в бардачке автомобиля идет к нему. Вот такой чехол кожаный. Клевый. Вот можно положить в машину. Темлячок. Можно и на охоту брать, и в одиночные какие-нибудь путешествия. То есть вы не хотите тащить с собой большой топор. Ну и как средство обороны даже можно использовать. Вот, так как топоры не запрещены, как переноски и перевозки. Вот, он идет в такой коробочке. То есть ему можно подарить, либо мужчине даже на день рождения можно подарить. Это замечательный кованый. Из настоящей австрийской стали, легендарной стали из провинции Норик. Так что покупайте топоры Леонард Мюллер в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.